Помните, как в воскресенье в Добруши прохожий достал из воды мальчишку, который провалился под лед? Есть подробности. Сергея Тихановского снова судят. Расскажу за что. А белорусские спасатели в Турции достали из-под завалов двух человек. Они находились под руинами более 8 суток. Сегодня 14 февраля, с вами Юля Браун. И пользуясь случаем, я хочу поздравить всех и каждого с Днем Святого Валентина. Ну и расскажу о главных событиях уходящего дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Помните, как в воскресенье в Добруши прохожий достал из воды мальчишку, который провалился под лед? Подробности рассказали главные действующие лица. Напомним, случай произошел в агрогородке Носовичи, сообщает областной освод. Два брата, 10 и 9 лет, приехали из Добруши погостить к бабушке. Дети в компании местных ребят отправились гулять к местной речке. Через какое-то время младший брат пошел домой. Старший провалился под лед и стал звать на помощь. Это услышали соседские дети и побежали за взрослыми. Ближе всего к реке оказался дом Андрея Романенко. Он ползком добрался до опасного места, поломал лед и вытащил из полыни мальчика. После парня отнесли в ближайшее здание и начали растирать. Сам мальчик говорит, что был без сознания и не помнит, как его спасали. А еще ему было очень страшно. Как сообщили в Добрушской ЦРБ, ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии из-за сильного переохлаждения. Он находился в реанимации, сейчас приведен в обычную палату. Сегодня начался новый судебный процесс над Сергеем Тихановским. Дело рассматривает выездной суд в тюрьме номер 8 города Жодино, где и находится обвиняемый. Как ранее сообщал Следственный комитет, Тихановский с августа по ноябрь 2022 не раз нарушал порядок отбывания наказания. В ведомстве заявили, что он не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им и провоцировал сокамерников на конфликты. Если Сергея Тихановского признают виновным, то срок заключения может увеличиться еще на 2 года. Напомним, что в декабре 2021 Сергея Тихановского осудили на 18 лет тюрьмы, обвинив в ряде преступлений. В Мозыре молодая мама рекламировала наркомаркет за дозу. Она средь бела дня наносила на стены граффити с адресом магазина. Ей всего 23 года, но она уже не раз попадала в поле зрения милиции из-за наркотиков, но их не хранила. Поэтому, как говорится, отделывалась легким испугом. Но недавно молодая мама решила ввязаться в более серьезное дело. Связалась с наркомаркетом и за 1 грамм альфа-ПВП взялась набить в городе 20 граффити с адреса магазина. Взяла своего сожителя, чтобы тот ее повозил. Ребенка оставила бабушке. Стены она расписывала среди бела дня. Неудивительно, что на очередной точке ее заметила жительница соседнего дома. Женщина прямо через окно стала отчитывать художницу. Но это не все. Оказалось, что за углом дома находилась часть внутренних войск, откуда на крик выбежал солдат. Парочка бросилась на утек, оставив на месте арендованную машину. Естественно, установить клиента было несложно. К тому же в бардачке на марке остался скан страницы паспорта граффитистки. Фотографии документа часто требуют наркомаркеты от своих работников, чтобы крепко держать их на крючке. Если они вдруг ослушаются, то их данные тут же сливаются с портиком или милицией. Сейчас граффитистку ждет штраф за разукрашенное здание и компенсация затрат на ликвидацию рекламы. Белорусские спасатели в Турции извлекли из-под завалов 2 человек. Они находились под руинами более 8 суток. Пресс-службе МЧС Беларуси сообщили, что пострадавших подняли на поверхность на 198-м часу поисково-спасательной операции в одном из турецких городов. Спасенные оказались братьями, им 17 и 21 год. Вытащив парней, спасатели переложили их на носилки и провели первичный осмотр. Все действия сотрудников МЧС сопровождались аплодисментами местных жителей. Продолжая тему, белорусские ученые говорят, что иногда в нашей стране происходит по 100 землетрясений в год. Такие наблюдения ведут с 1965 года. И специалисты говорят, что землетрясения фиксируются в стране весьма часто. Такие данные озвучили в Центре географического мониторинга НАН. И в некоторые годы количество землетрясений доходит до 100. Однако подчеркнули ученые, что землетрясения почти всегда слабые, поэтому не носят разрушительного характера. Более того, белорусы их даже не ощущают.
Да что вы знаете о подвигах? Мужчина решил помочь своей девушке скрыть крупную недостачу и поджег магазин в Ганцевичах. Подробности этого инцидента рассказали в пресс-службе МВД. По данным ведомства, в милицию обратился директор магазина с заявлением о поджоге складского помещения. Удалось установить, что к этому причастен 26-летний местный житель. Его задержали. Как оказалось, его 29-летняя сожительница работала продавцом данного магазина. Она накануне инвентаризации сказала молодому человеку о том, что допустила крупную недостачу товара. Рыцарь решил помочь даме сердца. Ночью мужчина пошел к магазину, разбил окно и бросил бутылку с бензином. Следователи возбудили уголовное дело за уничтожение имущества. Но и к мировым новостям. И снова о стихии. В эпицентре землетрясения в Турции есть город, где не упало ни одно здание. А все благодаря мэру, которого уже называют народным героем. В провинции Хатай, которая пострадала от землетрясения больше всех остальных, есть город Эрзинь, в котором нет ни одного рухнувшего здания. В городе живут более 40 тысяч человек, и никто не погиб. При этом соседние города серьезно пострадали. По словам мэра, дело в том, что он был категорически против любых нарушений стандартов строительства. Никто ничего не мог построить без лицензии. Нормы на всех объектах постоянно проверяются. За такое упрямство его очень сильно критиковали. Но он все равно остался принципиальным. На этом у меня все. Подписывайтесь на Сильные Новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, и мы о них расскажем. На выпуске работала Юлия Браун. Жду вас на Сильных Новостях уже завтра.